Тонким перышком в тетрадь эти ребята уже с первого класса хотят писать задачи по математике и формулы по химии. В гимназии первоклассники сразу изучают многие предметы углубленно и в свои 7 твердо знают, к чему стремятся. Хочу стать доктором, изучать химию и математику. Получать знания. А еще? И учиться новому. На торжественную линейку в День знаний к ребятам приехали представители власти. Гимназию посетил первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко и председатель городской думы Александр Фетисов. Депутат признался, хотя по природе своей гуманитарий, хочет, чтобы сын, нынешний первоклассник, больше внимания уделял точным наукам. Сегодня, когда сына мы будили утром, и он встал, я говорю: сынок, доброе утро. Сегодня серьезный шаг у тебя в начинающуюся твою взрослую жизнь, да, потому что уже поход в школу, уже это более высокий уровень ответственности, это уже путь, связанный с обучением, который продлится долгие годы. Звонок прозвенел сегодня для 100 тысяч самарских школьников. Каждый десятый услышал его впервые. Родители первоклашек переживают не меньше своих детей. Как сложится школьная жизнь, во многом зависит от первого года обучения. Старшеклассники, конечно, переживают за предстоящие экзамены, но в школу сегодня даже не на крыльях прилетели, на роликах приехали. Все ради того, чтобы быстро проводить первоклашек по площадкам. 1 сентября – это большой праздник. Мы возвращаемся в школу, мы снова будем учиться. Это отличная возможность встретиться с друзьями, которые не видела целое лето. Традиционно самым волнующим год будет для первых и 11 классов. Одни будут осваиваться в новых стенах, другие готовятся к единому государственному экзамену. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.